Девчонки, мальчишки, добрый вечер! Слушайте, вас столько много, вы все такие молодые и все такие амбициозные. Я желаю каждому из вас, чтобы ваши мечты... Сколько плакатов с моим именем? Как это приятно. Митя Фомин, Митя Фомин, Митя Фомин, Фомин Митя, Фомин Митя. Это все я, это все мои барабанщики, которые называются Beat Brothers. Я хочу начать свое выступление с относительно новой песни, которая называется «Нравишься». И вы мне очень нравитесь. Это уже второй день пребывания в Артеке. Честно говоря, я полюбил каждого из вас, с кем был знаком, потому что вы молодые. Я на волоске, как ты, где и с кем, может, ты не сама. Надпись на песке, статус в поиске, сводишь меня с ума. Она, как радуга, близка, одна, времена далека. А ты мне опять улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься, тебе это не словно магнит. Улыбаешься, а у меня сердце горит. Но как же ты мне сильно нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Букет и костюм пахнет свежестью, штормит в голове. Ее нежностью, моей робостью полон весенний день. У нас нет дыма без огня. Сейчас ты позовешь меня. А ты мне опять улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься? Тебе это не словно магнит. В ответ улыбаешься, а у меня сердце горит. Ну как же ты мне сильно нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Болит. Зачем же ты мне так нравишься? Тебе это не словно магнит. А ты мне в ответ улыбаешься, а у меня сердце горит. Ну как же ты мне сильно нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Ты мне опять улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься? К тебе тянет словно... А ты мне, Артек, улыбаешься, а у меня сердце горит. Но как же, Артек, ты мне нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Артек, как дела? Следующая песня называется «Найти и не терять». Как вы думаете, что можно найти и не потерять раз в жизни? Конечно же, дружбу! Конечно, любовь! Мне бы забыть, сохранить и удержать ноты голосов и на портретах пустых страниц тебя найти и не терять, найти и не терять.
потеря. Каждый из нас терял хоть раз, каждый хотел бы все вернуть. И миллион ненужных фраз мы вычеркнуть. Нашу судьбу спешим узнать, но забываем жизни суть. Важное нам дано понять. Просто, просто, просто так любовь найти и не терять. Любовь найти и не терять. Любовь найти и не терять. Дороги с тобой переплести. Я знаю, птицы весну вернут. Первым тебя найти и не терять, найти и не терять. Арте! Каждый из нас терял хоть вас, каждый хотел бы все вернуть. И миллион ненужных раз вычеркнуть. Но забываем жизни суть. Важное нам дано понять. Просто, просто, просто так любовь найти и не терять. Любовь найти и не терять. Хотел бы все вернуть. И миллион ненужных фраз вычеркнуть. Нашу судьбу спешим узнать, но забываем жизнь и суть. Важное нам дано понять. Просто, просто, просто так любовь на... Фантастика, слышите? У нас круто получается петь вместе! Хочется каждого из вас забрать сейчас на сцену и спеть следующую песню, но я приглашу одну девочку, одну вокалистку. Может быть, в следующем году это будете и вы, но обещаю, что следующую песню мы вообще споем все вместе. Девчонки и мальчишки, артековцы, я хочу представить вам юную певицу, которую зовут Кристина! Мы с Кристиной спели новую песню, которая называется «Журавлик», моего любимого автора, друга и композитора Алексея Романова, с которым мы уже знакомы много-много лет. Вы знаете его песни, вы знаете творчество этого композитора по группе «Винтаж», по песням Сергея Лазарева, Николая Баскова, Димы Билана, Мити Фомина, в конце концов. Итак, сегодня на сцене премьера в Крыму, премьера «Журавликов». Песня про всех нас, про всех вас, про тех, кто хочет стать взрослым человеком. Убедительная просьба, девчонки и мальчишки, не пытайтесь, не торопитесь становиться взрослыми, потому что ваше состояние, которое называется юность и молодость, самое ценное состояние в жизни.
комплик, я тебя представлю маяком своим. Что бы ни случилось, скоро все исправлю, становлюсь другим. Мы с тобой взрослые люди, но продолжаем знать чудес. Мы с тобой взрослые люди, супергерои детских мест. Лети по небу. Мы с тобой взрослые люди, смело шагнем за крайний мир. Взрослые люди, но продолжаем ждать чудес. Мы с тобой, взрослые люди, супергерои детских мест. Лети по небу. Мы с тобой, взрослые люди, смело шагнем за крайний мест. С тобой. А мы с тобой, но продолжаем ждать чудес. Мы с тобой, супергерои детских пьес. Лети, журавлик, пускай эта песня полетит, и о ней узнают многие, многие, многие хорошие люди. Артек, спасибо вам огромное за аплодисменты! Скажите, пожалуйста, все ли смотрели пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина недавно? Чем он закончил? Какими словами президент закончил свое обращение? Знаете, что он сказал? Уважаемые россияне, как поет известный российский певец Митя Фомин, у нас все будет... Не понял. Все будет! Совсем не слышу, давайте громче. Просто. Или. Но в вечном поиске любви так часто падали мы. И мир на грани войны. Будет хорошо, ла-ла-ла-ла-лай. Куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но быть самим собой. И все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-лай. Все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-лай. Куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но быть самим собой.
жил, ты делал, как умел. Странно слушать то, что ты когда-то пел. Мы вечно в поиске себя. Куда бы ты, с кем бы ты, куда бы не пошел, куда бы ты, с кем бы ты, куда бы не пошел. Поблагодарить вас за такой теплый, за такой гостеприимный, за такой настоящий прием. Артековцы, вы навсегда в нашем сердце. Спасибо вам огромное!